Дышать, дыши, дыши. Они серьезные, да, ребята? Статы не серьезные. Я песочницу ждать, чтобы поднять? Ты шучу, у меня даже этой херни нет. Я понял, что ты шутишь. Статы небольшая, да? Да я и не стремлюсь, чтобы она большая была. Она у меня падала, тут расти начала вдруг на. Тут на видео меня... говорят то, что у меня автонаведение видели, нет? Нет, скинешь потом. Окей. У меня он это тоже стата потихоньку растет, да и по боку. Не, на самом деле, после того, как я видео посмотрел, я даже сам подумал о том, что у меня, возможно, может быть, было бы когда-то автонаведение. А этот килл просто нереальный, блядь. Там как хуй знает, как убил. Но вон как 5 фрагов с ихней стороны вообще смотрелось, пиздец. В смысле, когда? А, нет, они блядь, делали это параллельно, с ихней, понимаешь? А тут да, с моей стороны. Но тут я посмотрел видео, что ты реально жмешь. Ну что если это оружие такое? Тут, ну, скилл, конечно, тоже играет роль, но все же оружие больше. Я говорю, а представь, на макрос поставят. Они же вообще, блядь... Не, ну да, вот а, они поедут. Да, они да. Поедут, блядь, Crytek показывают видео, они тоже не будут собирать. Defend the plant site. Да, round start. Меня не собирают. А один готов? На дерево полез. Идет, идет. Round successful. Enemy team eliminated. Совсем, ладно, успел. Defend the plant site. Потом мистер Перчик. Round start. Ну не Валера, он Валерий. Бомба на базе. Enemy team eliminated. Mission accomplished. Defend the plant site. Ну, видишь, с этими кавышками вот это ванчик, мирон, round start. Тяжело. На двойке урон прошу, ну, гранат. На двойке, короче. А ты на двойке. Ну, ежа, еще на Европе кикали. Балконит. Может сзади перейти. Планку видишь, ставишь. We win the round. Enemy team eliminated. User joined your channel. Defend the plant site. User left your channel. User left. Round start.
восстановления. А это все автоматика? Да, так на самкашке просто, да. Не вижу в дыму на наших трупах. Да, ушел где-то на листе. На наших трупах шире зашел. Сейчас посмотрим. Либо в траве лежит, потому что он далеко не уходил. Маратнер быстро. Быстро, быстро. Осторожно, мины народ. We win the round. The bomb was defused. Defend the plant site. Round start. Один на респе, другой слева. Под тобой, кстати. Enemy team eliminated. Round successful. Этот народ сидим, ждем на респе, пойдут. Plant the bomb. А, блять, мы же. Давай. Round start. Bomb acquired. Где-нибудь. За двое. Да нам так и так надо ставить, если уходить. We lost the round. The bomb was defused. Deploy the bomb at the enemy plant sites. Round start. Bomb acquired. Нарашки за это баня тоже, да? За то, что если ты сливаешь и пишешь, давай тобой, это баня. Не, там можно поставить лидер комнаты, не начиная раунд. А, это ты берешь и пишешь, то, что рифли, там кач идет. Меня странно, Алекс убивает. Каждый раз тихо. Lost the round. The bomb was defused. Deploy the bomb.
Round start. Bomb acquired. На базаре. Это автомат. На фронте один площадь выход с кого. Франко, вопрос. Почему почему? Это не то, ну, потому что так. Смысл? Принципиально. Тренирует. Это не рашка, пожалуйста, сегодня. Ну, я говорю, на рашку дадешь там, блядь, у каждого миллера. У каждого есть. Ну, потому что народ хочет нагибать ему словами, а честная игра никого не интересует. Bomb planted. ESL — это честная игра. Тоже понять не могу. ESL придумал тот, кого, блядь, нет денег вложить в игру. Это как вот здесь, допустим. Но это вот как раз типичное заблуждение всех, кто считает. Здесь на Европе, допустим, ESL начал прокачивать этот пальцы жопы как. Нет. Сэр, ты с устаренного у вас ушел. Да, Микей, Микей, Микей. Ну, пальцы. Раунд lost. The enemy defused the bomb. Deploy the bomb at the enemy plant sites. Round start. Bomb acquired. Не, ну тоже надо. Я как-то тренируем таких встречек, но мешках нет. Идут Валер, слева двое. Слева, 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 слева. Да. Зашел. Enemy team eliminated. Mission accomplished.